смотри. Понимаешь? Давай зайдем. Может, пойдем домой? Ой, ну хватит ныть, пойдем. Здравствуйте. 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 Оу. Ну, привет. У тебя есть парень? Да. До свидания. Здравствуйте. 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 Чем могу вам помочь? У вас есть что-нибудь необычное? Конечно, блин, ты же в японском магазине. Как насчет тройничка? Чё? Ну, три по цене одного. А я-то думал, ты не спросишь. Конечно, в нашем магазине полно необычных товаров. Пойдете, покажу. Все выбрали? Да. Странно, это вроде не из нашего магазина. Ладно. Сколько с нас? Один романтический ужин. Вот с этим красавчиком. По промокоду 1700. Блин, классный магаз. Спасибо. Тимура, какого черта ты делаешь заказ? Ну что ты стоишь? Помоги девушке. Еще вылупился, мудак, иди отсюда. Я не планировал сегодня получать. Так, соберись с мыслями и прими правильное решение. А может, пойдем отсюда, дорогая? А ты сло! А что если... Ну что ты стоишь? Помоги девушке! Еще вылупился, мудак, иди отсюда! Нельзя падать в ее глазах. Ты мужик, соберись, сделай это. Слышь, парниш, отстань от девушки. Продам, прости, опоздал пробки. Ты ничего, присоединяйся. Но есть еще один вариант. Да ну нахер этих баб, от них это не проблема. Да, не квартира, а проходной двор какой-то. У меня, кстати, на тебя есть один небольшой сюрприз. Какой? Здрасте. Вечер добрый. Какой ты хорошенький. Хорошо сегодня проведем время. А, что? Так мы еще и втроем. Ну, пойдем. Секундочку. Какая хорошенькая. А у тебя неплохой вкус. Ах, ты шалун. Это что такое? Это твой сюрприз? Да я понятия не имею, что здесь происходит. Ты кончишь, ты мудак. Спасибо за хороший вечер. Ой, батюшки, как я вовремя-то. А вы кто? А я ваша соседка. Я просто жену на час вызывала, чтобы дома у меня убралась. И увидела, как она к вам зашла. А, жену на час. Ай-яй-яй, бабуль, забирайте. О, так это ж я тебя вызывала. Ну что, пойдем убираться. Что за сюрприз-то был? А, в капюшоне. Пердос. Тебе нравится? Безумно. Это Макс, ты сделал приятно мне, а теперь я постараюсь сделать приятно тебе. Never made it as a wise man. Твою мать, Макс, уже 29 декабря мы подарки родителям не купили. Чёрт, не только родителям. В смысле? Все, забей, у меня есть идея. Собирайся. Сейчас все поймешь, пойдем. Смотри, в японском магазине Nippon есть все, что нужно для твоего бати подарочки. О, и для твоей мамы сразу же найдется. Кстати, у тебя же еще мелкий брат есть, и для него. А ты еще можешь что-нибудь себе взять. Конечно, бери, что хочешь. Ты что, все выбрала? Ну да. Ну тогда расплачивайся, я тебя на улице подожду. Чё? Месяц без секса, понял? Ой, кошелек упал. Лох, блин. Спасибо. Привет. Я с вами. Привет, ребят, хороший день. Слушай, классно ты вчера Ленку на вписке пёр. Откуда ты узнал? А вы не слышали про пожар на парковке? Твою мать! Так, давай, пока он не вернулся. Чего? Да не волнуйся, три минутки и все. Читала приключения какашки? Как тебя зовут? Сюша. Как мою мертвую бывшую? Какое прекрасное имя. Слушай, тут недалеко бесплатный кофе парочкам раздают. Побудешь 5 минут моей девушкой? Да, конечно, пойдем. Так, минуточку. У меня ж нет машины. Чего случилось? Ты мечок убежал. Блин, я тебе сейчас такую штуку покажу. Не бывают холодными клавиши. Ты мне вообще слушаешь, для кого это все рассказываю?
что ты любишь ставить эксперименты. Без тебя жизни нет, я не могу найти. Сколько ни жми стене, сквозь нее не пройти. Ни одного пути грешной души в зиме. Это что такое? Сейчас я тебе кое-что покажу. Нет, Макс, сейчас это не прокатит. Где? Не, ну раз видео, конечно, жжет. Слышь, парни, в себе есть? Не, не курю. А если найду? Никис. Animal. Слышь, малой, иди отсюда, а ты щеки оторву. Макс! Че, пацаны, какие-то проблемы? А ты че вылупился? Бать! Слышь, головастики, вы че до моих пацанов докопались, а? Ну-ка, сдрыснули отсюда нахер! Бать! Ты, жертва нетрезвой акушерки. Тебя с детьми обращаться не учили? Собрал своих покемонов и уметывай отсюда вон... Зря ты так, мужик, у меня же козырь есть в рукаве. Зайка! Вы че, охерели? Вы че на мою семью наезжаете, а? Да! Подло, мужик, подло, но я не пальцем деланный. Зая! Ты чё раскудахтался? У тебя проблем мало. Собирай своих петушков и уё! Какие классные сапожки. А где ты их купила? Покажешь? Ну да, пошли. И чё тебе будем делать? Не знаю. Пойдем, может, выпьем? Ура! Бухать! Какой тебе бухать? Иди уроки! Чудовище! Дайте сказать вернуться. Здрасте, дяденька. Купите печеньки. Я их сама пеку. Не-не-не, девочка, спасибо большое, конечно, но не надо. Дяденька, ну купите печеньки. Я вам еще и конфетки подарю. Девочка, ну я же сказал, ну не надо. Спасибо большое. Так, девочка, я тебя все... Стоп. Доча, иди бери все, что хочешь. Маша, мы ты мутный. Папа, тетя, тоже можно взять? Не-не, мама будет против. Спасибо. Ну что, все взяла? Одни печеньки. Дочка сама пекла, старалась. Что сейчас было? Я не знаю. Алло, сынок. Алло. Дома. Мы с папой через 5 минут будем дома, все хорошо. Сынок. Да, мам, все хорошо, а? Жду. Назад съехал. Ну ты же просил тебя креативно разбудить, я и разбудила. Тот момент, когда он глотал, его милиция арестовала, блядь! Вечер в хату, мамуля. Ты кто? Я твой сын. Блядь, сына! Стой, мам! Да, мамуль, кабанчик я тебе принес. За шо никем вышел авторитетным человеком? Да шо ты мне пи***ть? Тебя всего на 3 дня арестовали за то, что ты совочек в задницу себе запихнул на детской площадке. Да какая разница за что? Я вышел авторитетным вором, я на зоне фраеров щемил. Да кого ты там щемил? Ты вон в сортире щемишь по полчаса, потом зайти невозможно. Вонища, блядь, стоит. Валера, знаешь, что сделал? Валера, Сбербанк грабанул, блядь. А ты чё, лопатку в задницу запихнул? И чё, мама, я ему правильно? Да, мам, ты видишь, у меня даже татуха. Чё? Да где тату? Это карандаши! Хотел быть авторитетом! Сейчас будешь! Мам, ну может хватит уже? Хватит, когда я там свое отражение увижу.